Значит, сегодня к нам, где мы живем, приехал Дмитрий. Витаю, участники! Здравствуйте! Здравствуйте. Цього разу мені навіть не довелося вас будити. Потрясающе. Я стою, от як цибулин, як капустина даже. Цибуля не так одівається, як капустина. Знаєш, 100 одежек, і не то, що без застежок, всі з застежками, то капюшоні. Знаєш, мені то шарфа не вистачає в дитинстві, щоб то ще й нос не заморозить. Чесно, стою, дубак скажений. Міша в одній футболці. Миша, вам не холодно? Нет, он в речке купается. Миша утром в речку ходит купаться. Как раз начало уже вставать. Ну, вставать это как-то сказано некрасиво. Подниматься солнышко. Где-то было минус где-то 6. Иней на траве. Красивая погода, листья так медленно. Я буду рассказать, как Лиза. Я ощутил каждый листочек, когда он падал с дерева. Падал и опускался на этот иней. Но когда я смотрю вдаль, и смотрю, и остальные все деревья, падают с них листочки. Дима был не сам сегодня с утра. Знакомьтесь, Наталья. Тезка. Наталья собирается доверить вам найдороже, что в ней есть. Гарний настрій своєї доньки Ярослави. Адже завтра у Ярослави день народження. Вгадати смак 12-річної дитини та її 11 друзів – завдання не з простих. Дітям треба дуже приділити багато уваги. Дитині щось не подобається, вона просто відвертається і уходить. Дитині абсолютно не інтересно, вона не може тобі набрехати, що їй подобається. От взрослі, там, їй може бути там скучно, не весело, але вони сидять, ділять відчу, все чітко, все класно, потім тебе проводять, о, все було замечательно, просто класно. А по дітям одразу видно. Короче, їх буде 12 чоловік, 12 літ, 12 числа. Моя дитина передала для вас деякі страви, які б вона хотіла бачити на своєму святковому столі. Вона дуже любить все, що зв'язано з морепродуктами. На слід, от дівчинка любить на слід морепродукти. Я просто так от стою і згадую, от що я їв в 12 літ. Мені було вкусно 12 літ гречка з уткою тушеною вдома, борщ зелений я дуже любив, зі сметаною. Потом картошка фри с отбивной, я у кахве ел там, с и салатом с капустой. То. Или там было, салаты так назывались там, нежность, весенний зов, лесная поляна, шуба, мимоза. Вот эти салаты, вот это вот, вот какие морепродукты! У меня даже рака невозможно было заставить съесть, типа. И когда-то мама купила, там, по-моему, это называлось морской коктейль. Короче, и фу, я это попробовала, но мне... Один такий немаловажливий факт про Ярославу, вона дуже не любить томати. І саме велике прохання – це було торт Шварцвальд. Опять-таки возвращаемся к моему детству. Продавали на базаре вот такие вафли, вафельки вот такие. Ну, их вот, так, вот такой вот слой был вафель, круглые. Берешь сгущенку, промазываешь через каждый слой. Вот этот, это вы сейчас смородиновое варенье, вот торт, да? Или орешки, орешки со сгущеночкой. Очень вкусно. Ка? Детство у нас. Мне на день рождения делали, бабушка, я помню, делала такой трехслойный желейный торт. Вот пацаки ж приходили ко мне, в спальне сядем. Ну, как и у всех. По-взрослому там компотом цукарить, понял, такие, ну, наворачивали. Помимо того, что мы должны их накормить, мы должны им придумать развлекуху. 12 років – це вже такий не дитячий вік, тому більш дорослі розваги, більш доросле відношення. В такому віці не цікаві ні феї ніякі, ні там, ні гноміки всякі, ну, нічого там, ні дракончики, ну, тобто, ні мімішечка.
Поэтому ну, к ним надо относиться как к взрослым людям, который пришел гость в ресторан, правильно? И ты его обслужил так же самое, как и Петра Сергеевича, которому 47 лет. Ну что ж, побачимось на день рождения. Дякую. Наш план действий. Мы поедем сами на закупки. В этот же день мы должны будем сделать заготовки. Заготовки сьогодні, а завтра свято. Працювати ви будете в тих самих складах, що і вчора. Ось, по 5 тисяч гривень, капітани, підходьте, забирайте. 5 тисяч, це ж я стаю, ага, середній. А я в мене вже все, у мене бухгалтерія в голові. Так, це, значить, так, поділити, це скільки там, в середньому на дитину. У нас буде на 5 тисяч на толпу. А ладно, ми тоді на бургери скупимося. Є багато їсти не треба, бо тоді будуть жирні. Боже, Наташа. Я ось мені 36 років, я нічого в дитинстві не їла. Я старалась нічого не їсти, щоб не вирости здоровою тіткою. Ти не виросла особа здорова. Ти, в принципі, і зараз не особа та їсти. Знаєш, ну реально. Наташа ж вітра боїться, як люди огня і камня на шиї. Ну ми ж боїмося вічно її потеряти. У нас завжди закриті окна, я тобі говорю. Ну її ж може вийдуть сквозняком. 40 кілограм живого віста. Дитяче меню – це смачно, яскраво, корисно. Все зрозуміло? Так. Тоді по конях. Давайте, живіше, живіше, Каріна. Живій, живій. Все, залітаємо в бусики і поїхали. Давайте, два списка продуктів. Давайте сделаем аперитив, там, креветка с сыром, там, и какой-то виноград. Ну, почему нет? Да, это дети взрослые. Мне это нравится идея, да. Дети взрослые. Это, знаешь, это по-взрослому. Хорошо, хорошо, тогда вот такое у нас, типа, будет на шпажке. Два вида шпажек. Одна морская с креветка, виноград, сыр, а вторая с курица, оливка, сыр. Креветка, причем я предлагаю ее оставить с усами. Может быть, да. И на усы что-то надеть. Да, а еще да, лучше, да, давайте... Да, блин, тихо, да, тихо, да, тихо, да, тихо, да, тихо! Я выдала вас! Какие нахрен усы, ребята! Нет, я согласна, я согласна, да. Это будет так круто! И я понимаю, что я не знаю, в дурке, я не понимаю, что коится, ребята. Скажи, вы что, остановитесь, ребята? Ну, типа, нам же чітко наголосили, давайте, ну, зробіть дітям, от так ставлення має бути по-дорослому. Основне, по-любому, з м'ясом, з птицею. А взагалі діти люблять курицю. Курицю или корненблю. Смотрите, в ній буде сир, ветчина, это все в курином филе. Отлично. И, в принципе, это знакомое блюдо, на нем уже хорошо рука набита, и детям это понравится. Там есть сыр, дети любят сыр, там есть курица в виде отбивной, и там есть ветчина. Да, и какой-то гарнир. Он какой-то легенький. Легкий, овощной. Либо пюре. Да. С гороховым пюре, овощными тальятелли, которые мы будем подавать в виде спиралек, типа. В перерывах між цим, розумієш, перерывах між тим, як ми складали меню, нас постійно... Отак, знаєш, давайте зробимо... Давайте якусь інтересну подачу зробимо, ребята. Холодні закуски подавати в подарочних каких-то коробочках. Мішочки, коробочки. Може бути для основного, ну, типа. І я вважаю, на це деньги жалеть не треба. Щоб основне, вони м'ясо достали, откуда-то відкрили, тому що так команда буде просто подавати красиво, буде красиву презентацію робити. Нам треба по-другому це зробити. Купить упаковочную красивую бумагу и каждое блюдо, вот когда они зайдут, каждое блюдо завернуть как подарок в эту бумагу и таким бантиком. Еда сегодня – это важно, но еще важно, как, с чем, экшен, подача, короче, движуха. Вообще, тут по-другому надо, я просто знаю детей. Они поели быстро и все, и ушли. Они больше про еду не вспомнят. Они должны, когда они будут голосовать, они должны мы должны им запомнить, мы должны им так врезаться в память, чтобы они даже на ту команду не смотрели, просто не смотрели. Мы должны быть хитрее, умнее, дурнее. Карина даже вообще, дурнее, да, знаешь, она права на все 1000000%. Даже дурнее. Я говорю, да, надо слегка сойти с ума. Вот на этом празднике нужно слегка сойти с ума. Знаете, мне когда-то муж мой сказал... И когда-то муж мне сказал, как это так? Вот, интересно, я долгие, многие года думала,
думала, что ты, вот, ты вообще без недостатков. Как женщина может быть без недостатков? Ну, ты все хорошо делаешь, ты красивая, ты умная, ты все. А потом, говорит, я понял, какой у тебя недостаток. Ты сумасшедшая, он сказал. Что можно такое интересное вот придумать в чем-то? В апельсине. В апельсиновой кожуре. Вот в апельсиновой кожуре. А суфле можно сделать? Конечно. Давайте сделаем заварное крем. Панакоту в апельсине, все. Да, панакоту. Причем разноцветную. Мы с тобой вдвоем делаем мастер-класс от нас с тобой двоих. И первое, куда мы бежим в сельпо, это отдел со всякими шариками, фонариками. Игрушечный отдел, да. Игрушечные, вот это вот. И надо так побежать, чтобы не видели, та команда не видела. Конечно. Ни в коем случае. Там кому-то, ну а Наташа же, она аниматор. Да, и у нее она. Трое детей. И у нее трое детей, она тоже может в этом плане что-то собрать. Да. Знаете, я бы очень хотела на это посмотреть, как Наташа может работать здесь. Я серьезно хочу посмотреть, потому что она говорит, что я аниматор и так далее, и так далее. Ну, я не совсем представляю, как она может работать с детьми. Она с людьми иногда не может, а с детьми как это будет. Я не знаю. И там папа с Мишей, наверное, мы подадим им стейк из вот этого вот. Стоит задуматься о презентации, о динамике в тарелке. Можно сделать нам канелоны из мусом из креветки, або с каким-нибудь из морепродуктов. Канелоны, а кто будет заниматься этими канелонами? Это паста. А что ними заниматься? Сделать пасту и раскатать? И она начинает русить. И давайте канелоны я робила. И давай, ну, тупо начинает русить бред сумасшедший. Мы сегодня можем предварить, даже завтра можем, да не завтра. Мы можем делать цветные. Ну я лично против этих макаронов, Питер. Хай выговорятся люди, хай скажут каждый свое мнение, что-то предложить. А просто я потом подумаю, что так оно, не так оно, годится, не годится. Я предлагаю, чтобы это были креветки, моряки, чтобы это было видно на дитині. Так, прекрасно, хорошо. Я предлагаю сделать, слушайте, кальмар фаршированный с мусом из креветки, сверху лежат эти штучки. Я не против, я понимаю, что это ну, нормально. Ты туда валишь тоже кальмаров, ты туда креветки валишь, понял? Фаршированный кальмар, ну мы его завтра подрежем, его купан, будет меньше, понял, кусочек. А морики, понял, мы положим две креветочки, ты понял? Да ладно, закуска хорошо, есть. Короче, хорошо, давайте овощи, что-то давайте на основное. Ребята. Что? Я предлагаю робить павину рыбу, она всегда в нас канает. Не канает. Надо робить павину рыбу. Всегда канает рыба. Не оно надо красиве, робить павину рыбу. Ярке, красочне, дитина захочет це їсти. Це він буде розказувати мені, матері трьох дітей, що діти люблять рибу. У мене діти їдять рибу, але їм треба її просто запихати в рот, щоб вони її їли. Бо вони її не люблять просто. Я не бачу дітей, які люблять рибу. Ну вони не просто сказали, що дитина любить оці гадів морських всіх, оці грабників. І вона любить оці все морепродукти. За м'ясо не було ні слова. За рибу теж не було слова. Ні, м'ясо треба, Лоб. Я думаю, за рибу не було слова. А може ми зробимо, коротше, то, а може ми зробимо, коротше, от це отак, от, як ми коли-то робили. Короче, я начинаю потихоньку уже, ну, меня так уже подвинчивать немножко, так гаечка уже так откручивается по чуть-чуть, так откручивается, откручивается, откручивается. Давай им сделаем бабочку. Возьмем стейки лосося, разрежем вот так и в виде бабочки на пару подадим. Это ж дети. Миша, это такая гениальная правильно. Идея. Или мышку сделаем с котлетки на пару, два глазика с маслинки вставим, хвостик с укропа. Это 12 лет детям, какие мышки? Так. А вы что молодые? Так їй хочеться сказати, ти закінчила? От все, ти все сказала? Людина, мені кажеться, становлясь утром чистить зуби отак перед зеркалом. Ну, щотка зубною. Щотка не така, зеркало криве, паста погана, зуби, все, зуби не мої. Тобто вона нічим всю дорогу недовольна. Бідний муж. Бідні діти, я тобі говорю, бідні сусіди, бідна родня. Якщо у нас є закуска із морепродуктів, це, грубо говоря, риба. Тоді основною нам по-любому треба робити м'ясо. Думаю, ну як, от, це ж якби, ну, діти, да? Ну, ти ж їм не даш їм кусок жареного м'яса. Я думаю, індюка будуть діти більше любити, поняв? Ну, от як по мені, поняв? Ну, утка, вона така, ти поняв? Вона пацанячая така, поняв? І сталася? Хорошо, индейка. Я не знаю, я был ребенком, я любил курей этих индюков, понял? Хорошо, индейка. А с чем будет индейка? Гарнир. Опять Наташа.
кукурузное пюре. Чего не зробити цю індейку просто в духовці з цими яблуками, що я робила? Ну, я думаю, я царица сия Руси. Если ее то раз мундир с кепкой вот этого папандопола нарядили, все, она тут все знает, все понимает, все хорошо. У нас будет ложка нуазет. Мы овощами закарамелизируем овощи. Сегодня их нарежем и подамо какие-то разноцветные шарики из овощей. Ты купил вот такие бататы, из него получилось 10 штук, а остачу ты выкинул. И сколько треба купить цього батата? Так мы не возьмем один батат, мы возьмем батат, цукини. Надо будет, мы возьмем буряка, он дешевый. В чем проблема? Ну, наберем красок просто и наробим вот такую мисяку этих овощей и подам цвета до этой индейки. Нам надо цвет дать, потому что индейка бледна, ты хочешь ее в сливках, а цвету нам давать нечем. И все полезное. В чем весь прикол? Все полезное. На десерт будет торт. Торт Шварц... Шварцвальд и муссовый десерт называется. Там будет крем, пропитка будет черника, по-моему, и творог будет. Что мы будем покупать? На... Что-то им дарить надо же, да? А давайте вот это такой... Не, это понятно. За конкурс там, ага, выиграл, там, на тебе... Да-да-да. Надо... Наташа, ну ведущая будешь ты. Хорошо. Ну, это однозначно. Хорошо. Каких-то брелочков накупить. Я не дуже, конечно, горіла желанием быть ведущей, если честно, сегодня. Но я просто понимаю, что у меня хоть есть какой-то опыт, а у Пави, Миши и Троцко нема цього опыта. И это основное, чего я завтра приведу детей. Наташа развлекает, я обслуживаю, вы выдаете. Прекрасно. Наконец-то мы вышли, короче, из машины. Погнали на моря, короче, сразу. Да. На мясо. Я хочу сейчас взять, подожди, давай кедрового ореха сразу взять. Миш, давай потом возьмем, пойдем, пойдем. Мы все возьмем. На, туда? Миш, потом, потом, идем. Так, пахнет морем. Мясо, индейка сразу. Пахнет, пахнет. Миш, давай возьмем морики, потом подымся индейки. Набрали морепродуктов. Набрали, взяли, короче, индейку, бедро. Ух, какие индючки. Я тоже себе приеду, куплю. Это было? Домашнего, представляете? И потом погнали там овощи, взяли сыр. На, мандарины. Я пойду дыню гляну, почем. Короче, стою, взвешиваю себе там дыню. Наверное, взвесь мне. Что у вас? Лимон? Нифиг делать. Раз взвешу это. И вот это. Чтобы я теперь и это взвешу. Банан какой? Просто банан. Пожалуйста. Да, я с Троцким, короче, учкурил. Все, говорю, Троцкий, куда? Мука, все. Пава, дрожжи, мука, сахар, молоко, сливки, пиво, вода, лимонад, семочки, палочки. Знаешь, как в электричке ходят? Пиво, вода, лимонад, семочки, палочки. Все, тут. Следующая остановка. Заходит чувак. Турецкие кулечки по 2,5 копейки выдерживают 100-градусную температуру. Также есть еще календарики на год лошади 2015 год. Ой, ой, да, ой, что, что я потерял? Эррор, как взвешивать это? Как вас зовут, моя хорошая? А? Людмила Лазаревна. Людмила Лазаревна, подскажите мне, пожалуйста, как нажать тут? Скинуть, можно его як? Да. Она же там, знаешь, такая безбазика. А ну? Да. Дай бог тебе здоровья, ба! Пошли. Короче, пробила она мне сахар. А ну, пацан, пошли. О! Пава, свистни. Хлопчик, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Да? Ну, конечно, иди сюда, мой хороший. Как тебя зовут? Меня Вадик. А вот когда тебе день рождения, вот что ты на день рождения любишь, чтобы кушать? Оливье.
Олівє. Олівє. Що б ти хотіла? Що б ти хотіла на день рождения? Сейчас я са. Да, да. Печене. Торт тирамису. Торт тирамису. А мясо какое ты хотел? Свинину. Свинину. Вот мужик, понимаешь? Мужичара. Ты нам помог очень... Я видел вот этот прах. Да? А, мы куда пришли? На закупку. Мне смешно уже, я не могу. У нас люди все смотрят. О, вот эта кучерявая башка, ну три волосины, ж понял, так на бок залызаны, понял? Бегает. Папа, все. Что, где, что мы взяли? Зи. Люди! Скажите, где тут какао? Можно вас на секундочку, моя хорошая? Красиво, ма. Красиво, ну прячься за тачкой. Ты, не надо прятаться. Тяжесть тягаешь. Отведите нас к какао. Спасибо большое. Идемте. Хочешь, я вас подвезу на тачке? Ну все. То я не галка, летали бы везде. Что? Это Шварц, это Шварц. Алиска? Повторюха, муха, мамина сируха. Я тебе говорю, она идет шаг за нами. И она-то так косит лиловым глазом. Что ж мы берем? Повторяйте. Это вы не... повторяйте, мы сюда первые пришли. Да, конечно, первые и уйдете. Ничего слова придумать не можешь, что то ходишь наше все. Крадешь, крадуха. Вова, я сейчас посмотрю, как ты будешь брать, как я, хорошо? А я там не буду брать, как ты. Ну, что ты на меня начинаешь? Ну, Вова говорит, повторюха-муха, ну, он вообще... Да, ты повторюха-муха. Иди в баню. Мы ни секундочки вообще даже не задумывались смотреть за ними, тем более повторять, потому что у нас была своя классная стратегия, и мы, наоборот, хотели, чтобы они не увидели нашу стратегию. Я, девочки, мальчики, я увидела. Это знаете что? Вот это. Вот это. 100%. Я знаю, заворачивать, закручивать. Да, а вот смотри, Карина, еще бумага. Бумагу. Ту бумагу, которую, в принципе, я хотела. Такому возрасту очень сложно угодить. Но так как они пришли на мастер-шеф, их приветствует мастер-шеф, это кулинарное шоу, то, естественно, наши призы должны соответствовать кулинарной тематике. И давайте на подарки возьмем какие-то формы. Нет, это красивее, нет, вот это нужно, это красивее, это оригинально, смотрите, смотрится. Классно. На бабки мы вообще не считаем. Зачем нам считать бабло? Ну, если 5000 гривен, ребята. А так, бабло всем, понимаешь? Кэш. А вот это вот... Идемте за продуктами. Не, раскрашка, неинтересно. Идемте. Все. Так, что мы берем? Давайте начнем, то есть, от муки и поехали. Карина бере вишню, нам надо на шварцвальд, розумієш? Я беру горошок зелений, нам надо на пюре, а Ліза побігла за сахаром і за мукою. Ні, оце дивиться, слухає. О, кому ти надо, бантяра на всю катушку? Три танкіста, три веселих друга. Оце втроєм бошкаються, бігають. Ліза править балом. Женя, само собой, конечно, уже начинает Лиза его любить, бо Лизе він надо. Женя, как ему подобає, присмыкающимся, все делает, как хочет Лиза. Карина в абсолютно неудобной для себя компании. Привет. 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 А меня? Черный, а балл. Тебя нет, ты повторюха-муха, мамина сыруха. Ты тама. Так, все. Ну, один у нас Женя. Слышишь, пап? А Женя в черном, прям на таком энтузиазме, глянь на него. Ага, ага. Что вы еще набрали? На какую сумму?
Да, у нас, короче, была тетрадка, мы писали, Наташа писала там, короче, цену продукта и подсчитывали, потом встретились с пацанами, у них там всего лишь было на 700 рублей, а у нас это, грубо говоря, на треху. Ну и потом начали мы там докупать уже, там, что там надо. 3732. Молока мало вот это мало. 4 молока. Литры. На коктейль. Ну, на коктейль. На мороженое. Нет, это очень богато. Вот это нормально. Нормально. Пойдемте до этих украшений, пойдемте. Вот мы решили делать молочный коктейль. Молочный коктейль идет все равно какие-то ягоды. Я смотрю, там ягод тех, вот вишни, там, килограмм. Я знаю, сейчас Лука заберет все на пропитку и на тот Шварцвальд. Я говорю, дайте я пойду возьму ягод. Да, только собираюсь ягод. А я хочу вот взять фломастер, у тебя, короче, листики. Миш, давай, как мы идем с тобой до украшения. Ягод, вот это... я хочу взять ягод, ну, заморожен. Так а чем ты, что ты будешь детям дарить? А? Поступай, забери. Что, говорит? Вот такие страшные. Хорошо, бабуль, что вы кричите? Это же грех так кричать. Я говорю, все, бабуль, не сейчас. Она все чуть довела, конечно, немного. Наташа... Клубники, пачку, да. Пачку лохины, все, да, давайте до украшения, ребята. Я не буду с пустыми руками продавать стакать. Мы решили, я же все время думаю, что треба ж детям, думаю их развлекать, треба ж думаю, какие подарунки им дарить, а Миша мне ничего не дает, не разогнаться, не остановить. Что ты смотришь, Наташка, ручки? Миша, конкурсы еще проводятся, я буду скакать. На день рождения, пошли туда, идем, идем сюда, ой. Миша, я не буду тоді ведущою. Я не буду стоять у них так просто. Я сейчас сидю. Тут я себе набил, короче, синяк на ноге. Я так вот два раза себе как шандарахнул по ноге. Я чуть-чуть, короче, мне оставалось совсем немножко. Вот сегодня в магазине мне оставалось совсем чуть-чуть. Бачиш зошити, Міш, дивись. Кого? Зошити або листки. Ти бачиш що-небудь? Альбоми. Що-небудь ти бачиш таке? Зачем тебе зошити і листки? Міш, я не буду ведуча. Все, робіть, що хочеш. Ти мені скажи для початку. Я тобі скажу, для конкурсів. Що ти конкурс? Що ти перед дітьми? Я стану буду так, як клоун. Ай, не. Ти тетрадку треба чи що? Ні, треба листки нормальні, білі, не в клеточку. А чотири? Фломастери треба, да. Взяли хлопушку, взяли альбом і фломастери. І взяли ще 12 метеликів, таких резинових класних, і кожній дитині останеться пам'ять про цей день народження. Ладно, бабочки завжди приходять. Давай бабочки. Шоколадочки. Знаєш, клинило на каких-то там і листиках А4, фломастерах, яких-то подарочків, шоколадках. Давайте пойдем на кассу. Без нам треба взять шоколадочки. Да берите свои шоколадочки, да тогда надо пойти. Узнать, сколько у нас денег остается. Мы же на шоколадки оставить. Какие сумасшедшие. Да при чем тут сумасшедшие? Мы не знаем, сколько у нас денег осталось. Так я не буду стать перед ними, за тем, за что их развлекать. Хорошо. Цветы. Миша, да. За цветами. Бегом. Миша, бежи за цветами с Наташей. Мы на кассу. Девочки, нафиг твой букет. Дети любят мягкие игрушки, это я знаю точно. Стой, ми не будемо брати цвіти, ми візьмемо якусь м'яку ігрушку. Не треба нам цвіти брати, вони пропадуть, а ігрушка на всю життя не останеться. Стой, як вона називається? А як? Цвіти всіда? Не треба, ми подаримо ігрушку, це 12 років дівчатки. Я вхватила м'яку ігрушку. Скільки ще денег? 248 гривень. Так, це мені треба. Давай. Так, подожди, ну вот это по-любому берем тогда. Стойте. Наташка! Да ну подожди, что вот Наташка? Да не бери все, не хватает бабок. Сколько денег осталось? Что-то они уже грошей нема, расслабься. Шо? Давайте еще что-то кидать. А что мы откинем, как нас все не есть? Не знаю, что-нибудь. Она же говорит, ну давай ты куплю, давай ты куплю, всю ручку, давай, 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 буду любить, за ей память. Я уже настолько, короче, уже в конце был обессилен после Наташи. Зачем? Дыня? Зачем дыню? А что забирать? Что, быстрее, шевелитесь, что? Не нужны мне. Дыню откидай. Беру, короче, дыню. И так вот отдаю дыню и смотрю на Павлу. У Павлы такие глаза. Лопушку кидай, да. И мы, короче, пробивалися. А у мене є одна фішка. Я завжди, коли скупляюся в супермаркеті, там в кінці чека є передбачення.
і в мене передбачення було більше посміхайтесь. От мені просто інтересно, я що, таке униле я от стока не сміюсь, или що? З наступаючим вас. Щастя вам! Міш, пожила чоловік. Щастечка, здоровечка, в ручки, в ножки. Отак. Смотри, как она стоит даже вот на кассе, смотри. Кто? Вот так. Кто? Лизочка. Это же твоя подружка. Ага, моя. Дивимся, а в них там на кассе и букеты, и игрушки, и хлопушки, стільки добра. Я так розстроюсь, думаю, мягкая игрушка в них лежит, и букет цветов лежит. Думаю, ну, это они именинницу уже задобрят добром. А тоді в них, оказывается, не хватило грошей. Так я трохи обрадовалась. Получается, ни букета у нас не будет, ни Мишка? Возврат, нам надо шалот. Нам надо шалот, мы все, рассчитываемся. У нас там 1,5 гривни осталось, можно было еще пакетик разрыхлителя взять, как бы. Да! Сдача! Сдача! Все, уходим. Все нормально. Мы скупились, затарились, рады, грузимся в машину. Загрузились, едем в ресторан делать заготовки.